Всем салют! Меня зовут Фима Иванов, и мы находимся на презентации нового фильма о фрирайде от Red Bull Media House. Так что приятного вам просмотра, а я пока посплю. Мы собрались здесь для того, чтобы посмотреть фильм, который не так давно вышел в прокаты. И хочу сказать большое спасибо компании Red Bull, тому самому Бару, за то, что получилось организовать вот такой хороший праздник. В нашей стране активно набирает обороты такое явление, как экстремальный спорт. В погоне за поддержкой в себе обостренного чувства жизни молодые люди со свойственной экстремалам бесшабашностью ныряют вниз самых крутых склонов. А активную поддержку такой сорвиголовости в нашей стране оказывает компания Red Bull, призывающая окрылиться в самых мыслимых и немыслимых местах нашей планеты. На этот раз организаторы экстремальных ивентов устроили настоящий горный пикник в черте города. Барбекю, хот-булл, дружеская атмосфера, а после всех ожидал показ фильма от Red Bull Media House «There the Trail Ends». Что ж, по нам так отличная финальная точка в прощании с летним сезоном. Ну а сейчас один из самых главных экстремалов страны расскажет нам о своих впечатлениях об увиденном. У-ху! Это было просто вау! Что... Бомба! Это... Я ждал этого фильма просто, не знаю, какое количество времени. Я знаю, ты смотрел нарезку, я тоже ее смотрел. Да, я смотрел трейлер, я ждал этого фильма с этого сентября и... Да, это было супер. Я никакого отношения не имею к маунтинбайку, но я смотрел этот фильм с удовольствием, потому что такие трюки, такие падения, у меня аж дух захватывало, и я просто переживал все падения, все моменты самые лучшие с ребятами. И... Они, скажи, они сумасшедшие. Они абсолютно сумасшедшие. Я не знаю, что нужно иметь вместо головы, чтобы делать такие трюки. Это мясо. Нет, No comment. Вырастают крылья, ты начинаешь летать просто. А для того, чтобы летать, вам нужно общаться вот с такими прокачанными чуваками. Так что занимайтесь спортом, пейте то, что окрыляет, ну и всем пока.